43-й школы прибыло. У образовательного учреждения появилась внушительная пристройка. Это будущий спортивный зал. Сделать занятия учеников комфортнее решил благотворитель, который уже много лет помогает школе и морально, и материально. Ну, на базе 43-й школы расположен Иваново-Вознесенский кадетский корпус. Я сам в прошлом выпускник Московского Суворовского училища кадет, поэтому мне идеи кадетства понятны с детства. Вот, а в кадетском корпусе спортзала не было, вот поэтому и решил построить спортзал. Это яркий пример социально ответственного бизнеса. Стоимость зала 22 миллиона рублей. В четверг новый спортивный объект оценил Владимир Шарыпов. Скажем, побольше бы таких людей, как Валерий Эдуардович, которые, имея финансовые возможности, не забывают о нуждах жителей города. И вот такой прекрасный спортивный зал мы сегодня посещаем. Я здесь впервые и не был при начале строительства. То есть видим уже фактически полностью построенное здание, которое является пристройкой к 43-й школе. И, конечно, ну, впечатляет. Впечатляет — очень правильное слово. Просторный зал площадью более 700 квадратных метров. Душевые, раздевалки. Вместимость 125 человек. Школьники следили за строительством в режиме реального времени. Фундамент заложили в прошлые летние каникулы. И меньше чем за год вырос он. Зал мечты мальчишек и девчонок. Конечно, мы все ждем. Конечно, и учителя, и родители, и дети в группе ВКонтакте, в группе нашей школы мы создали такую страницу, целую папку. И начиная прямо с первых дней строительства спортивного зала, мы выкладывали там фотографии каждого дня, что происходит, какая работа, как это все строится. То есть и родители постоянно контролируют это все, отсматривают, и дети с удовольствием сюда ходят на экскурсию. В новом зале ребята смогут играть в волейбол, баскетбол, заниматься спортивной гимнастикой. Открытие запланировано на начало учебного года. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.